Работаю. Секунду. Какая хорошая музычка. Под нее, пожалуй, и начнем. Эй, была хорошая музычка. В общем, ладно. Стартуем потихоньку-полегоньку. Сейчас немножечко еще проверить, что все работает. Можно стартовать. Да уж. Телефон не предназначен для загрузки Твича. Не, через приложение. И сейчас ты будешь у меня рад, да? А, нет, не нужно. Ну, по любому сходим. Вроде все нормально, ладно. Всем привет. Стартуем, короче, все вот это дело. И начнем с малого. Ой, не та, вот эта вкладка. Начнем с малого, то что я хочу вот этот весь остров свой покинуть из-за того, что, блин, ну как бы типа, ну да ну нафиг, и все. Вот просто расхотел. Здесь типа есть много чего, но я не хочу этим ничем заниматься, я хочу начать с нуля. И вот это все начинать с нуля просто из-за одной маленькой оплошности. Не знаю... Я так захотел. О, кстати. Торточки. Торточки, это здорово. Вот, и как бы, во-первых, появляется плюс-минус новая идея острова, а во-вторых, хочу начать с нуля, ну и все, нафиг в баню. Вот, поэтому. Поэтому, что мы делаем? Для начала прописываем спаун. Идем на спаун. И уже здесь. Кстати, вообще бы вот все говно выкинуть. Ладно, ботинки себе оставлю. Так что. Эй, джетпак! А, да почему ты у меня остался? Так. Ну, погнали. Ща, вот это все надо скинуть. Нибудь ее, блин. Оп. Во. А ботинки оставлю. Подниматься будет легче обратно, а не прыгать каждый раз. Что-то я промечиво сюда прыгнул, по ходу дела. Надо бог с ним. Сейчас поднимемся обратно. О, нормально. Вот. И уже... Оп. И уже... Вот. Пересоздать остров с нуля. Прописываем. Из. Рестарт. Очень опасно, у вас появится новый остров, а старый удалится. Для подтверждения своего действия введите эту команду еще раз в течение 10 секунд. Все ваши вещи тоже будут удалены, даже те, которые в инвентаре. А-а-а, это клево. Да блин. Да подожди ты, телефон, алло. Давай. Я успел? Так, я не успел. Ошибка. О, спасибо. Через 10 секунд. А, в смысле, что, он уже создался, что ли? А, все. Фу. Это было куда сложнее сделать. В смысле, я там же и остался? Ну, это неинтересно. Это реально неинтересно. Блин, я надеялся появиться в другом месте. Это мне интересно, появиться в том же самом месте, где уже был. А, я так не хочу. Тогда, пожалуй, сменим просто сервер. Кстати. 411. Давай сменим сервер. Блин,
Я надеялся, что меня закинут куда-нибудь в другое место. А давай посмотрим здесь, что у нас будет. И здесь встречает нас лошадь. Так, вот это мы уходим. Так, и снег. И дождь, и снег, и снег, и дождь. А где табличка? Хей, меня обманули. Так, ладно. А слушай, а давай проверим. Прописываем из... О, создать остров. Присоединиться к острову и помощь. Окей, давай создать остров. Так, о, вот, вот это точно прям с нуля. Но! Три копейки. Три копейки. Ну да, бог с ним. Три копейки, это тоже нормально. Почему? Ну, во-первых. О, кстати, здесь как будто другой магазин совсем. Я не помню, что там была трава. Я саженцев там не помню. И там продавались руды. А мицелий не продавался. Потому что если бы мицелий продавался, я бы столько бы не мучился. Слушай, реально там продавались руды. А теперь мне интересно. Глянуть первый. О, третий. Ну, когда я начну на первом же сервере. Начну с нуля. Вообще, я хотел тут остров оставить. Это было бы клево. Почему? О, а здесь табличка есть, клево. Ну-ка, магазин. Во, а здесь руды. Жаль, магазины отличаются. Да ну нафиг. На втором сервере магазины другие. Может, там и моды другие? Интересненько. Интересно, интересно. Это очень интересно. Наверное. Но не мне. Так, кстати, ну да, скин почему-то не меняется. Ну и в жопу его. Так. Кстати, погоди-ка. Мне... Все-таки возвращаемся на первую... На первый сервер. Вот, наверное, сосед там офигеет. Типа такой, да нафиг, был такой большой остров и красивый, а осталось какаха. Ну реально там был красивый остров. Остало какаха. Остало вот это вот он. Но у меня уже появляются задумки о том, что сделать. И как сделать. Ну, реально стало такая какаха. А, блин. Вообще я хотел, вот чтобы вот этого вот не было, чтобы я вот это вот больше не видел, вот это вот загогулино. Но нет, мне придется здесь выживать. Но я типа могу создать нового персонажа, и тогда будет без проблем. Но тогда мои 411 монет потеряются. Ну, эти монеты получаются за участвование в викторинах. Во, вспомню, как это называется. И плюс за голосование в ивенте. Ой, на сервере. Точнее, за сервер. Так. Ну ладно. Начнем с нуля, так с нуля. Теперь, по ходу дела, я понимаю, откуда вот эти вот островки пустые появляются. Типа, чувак перезапустил, и потом, о, такой, не, чё-то, короче, говно. И ушел. Вот, что я хотел глянуть. Квесты. Ай, да вы прикалываетесь, что ли? Вот это вот-то? Вот это вот-то? Фигово. Потому что очень много ресурсов, очень много буста было за счет вот этого. Добрый вечер, фейерверки. А сегодня какое число? 16 августа. Да никаких праздников нету. Хорош бухать там, натурю что ли. Вот это ж прям неожиданно. Блин. Походу дела придется менять серверы. И пойду я походу дела все-таки на третий. Ну типа, камон. Ой. Клево. Клево. Это что, это я что ли сделал вот эту тему? Точно, я ее сделал. Да, по ходу дела придется сервер менять, потому что, типа, камон.
Я думал, все сбросится, а нифига, и это как-то нелогично. То есть вот эти вот квесты не сбросились, что самое главное. А в чем прикол? Начинать сначала, если у тебя квестов не сброшены. Квесты не сброшены. Блин, дерьмово. Ну-ка, и еще кое-что хочу проверить. Да, эти задания тоже не сброшены. Ну, типа, это вообще, ты просто тупо теряешь все, а остается у тебя это, ну, понятно. Вот это, кстати, недоделка. Ну, ладно. Удалил свой красивый остров и оставил какулю. Какулю я оставлю вот этого все. Ну, ладно, зато чувака он там лагать меньше будет, и ему хорошо будет. Блин. Давай сравним. Ну это не клево. Это реально не клево. Почему нельзя было сбросить квесты? Бо, ведь можно же сделать так, чтобы квесты сбрасывались. В смысле? А чё такая яркая? Где-то рядом со мной есть островочек. А, отлично, инвентарь открыл. Мне эти краски намного больше нравятся. Так, ну здесь как обычно. Да, здесь все с нуля. Путь нубика не открывается, что логично. Мага, фермера. Вот я думаю, надо с фермерства начинать. Все-таки тот чувак, который это, он, по ходу дела, так и начинал с фермерства. Мой сосед. Типа, нажмите сюда и получите, что хотите. А потом нажмите сюда, чтобы добыть дерево. Окей. Бляха-муха. Не, погнали все-таки сейчас туда загоняем. Я сейчас в чат спрошу, можно ли сбросить все квесты. О! Какие кракозябрины. Не так. Сейчас узнаем и посмотрим, что как где. Так. А пока. Старт прописать и начать все это добывать. Песок, камень, господи, я даже забыл уже, с чего надо начинать. Ну и там же даже мочан есть. Почему никто не отвечает? Люди не знают этого? Ай, блин. Ну, это реально обидно будет, если нельзя будет стартануть, и тогда придется это. Так, ну, пойди-ка. А почему ты поднимаешься на блоке? На мне ботинки! На мне ботинки остались. Типа, исчезнет все, что в инвентаре, но ботинки остались, потому что они были на мне надеты. Клево. Это клево. Вот эти ботинки, это реально очень помогающее говно. Дешевый кусок говна, зато помогает очень сильно.
О, саженец. Клево. Ладно, давай все-таки попробуем здесь поразвиваться. И подождать ответа. Или ВК написать им. Конечно, клево то, что не спавнится дикие мобы. Ну, точнее, эти враждебные мобы. Дикие мобы, блин. Развиваться в этом плане намного легче. То есть точно никто не заспавнится и так далее. Но, как бы то ни было, я этого изначально не знал. И я все застраивал факелами. Поэтому они мне тоже так и не мешали. А то, когда я построил ферму, типа для мобов, они не спавнятся. А потом узнал, короче, что это. Типа только на проклятой земле они могут спавниться. Ну, окей. Ай, блин, даже беда-печаль какая-то настигла меня в этом плане. С одной стороны, а с другой стороны, я так подумал, ну и клёво чё. Меньше факелов, меньше, смотрите, предметов стоит у меня вокруг меня, и вообще кайф. Так, три саженца — это вообще хорошо. Так. А давай. Зайду в ВК и спрошу. ВК. Блин, если в реале нельзя будет, мне придется. Вот прям реально мне придется. Этот. Пересоздавать все с нуля. Но сегодня поразвиваемся здесь. Блин, ну почему они не продумали вот эту фигню? Типа квесты не сбросить. Камон. Давай, братан, крутись! Эй, братка, давай без... Да что ты? А, все, все, прогрузились все сайты, которые мне открыли. Посмотрим, что ответит, а пока здесь поразвиваемся. А раз я здесь развиваюсь, где там? Ну ведь крантыш ногам будет сразу. Вот сразу кирдык, башка. О, саганцы тут были. Так что прописываем. Нет. Не ответили. Почти угадал. Ай, ужас. Ужас, сколько всего накидывают. По сути, вот это вот шмотки мне не нужны. Мне нужны только мои вот эти ботинки, которые у меня остались с прошлого прихода. А, вот это, кстати, пригодится. Так, пока не все пригодятся. Земелька тоже сюда. Ну, возьмусь, пригодятся. Еда. Вот это выкидываем. Саженцы тоже нужны. Ящики, допустим. Факела. Кстати, а можно что-то из вас сделать вообще? Люстра, светильник Джек. Слушай, интересненько.
О, через читы можно что-то их менять. Ну, при любом раскладе мне сейчас нафиг не нужны. А, да, по сути, там, типа, переработать их, что-то там, вот это где-то там нельзя, да? Окей. Ладно, хотя, пускай валяется. Слот занимать будут скоты. Так, вот это пахаем, вот это вот скинем. А, какой у меня факела были, так что слот они занимать не будут. Это нельзя скинуть. Вот же жопа. Так, и ставим вот так тогда. А, погоди. У меня ж тут ящик выдали, так что давай его и поставим. И все остальное уже сюда скинем. Вот, еду отдай. Так, ладно, сообщение не прочитано. Браузер может закрыть. Есть что? Оповещение придет на телефон. Да, будет очень смешно в итоге начать все с нуля, с начала завтра. Так. Ну что, погнали срубать листву. Да, кстати, там у меня играет на заднем фоне радио, которое мне вполне нравится. Поэтому оно играет. Типа, там такая ненавязчивая музычка, и она меня устраивает, поэтому мне нормально. Такое ощущение, что скоро чистка будет. Точно, это же искусственно созданное дерево, поэтому здесь листва не исчезнет, как при срубке дерева. Воу-воу. Ёп! РСТ. Я сейчас испугался сильно. Я подумал, я сейчас грохнусь. Но мне повезло. Так. Тут самое главное аккуратно все делать. Ну, в паню куда-то торопиться. Я нас уже поторопился так и было весело. Потерял все, что было. Решил создать остров новый. Психанал называется. Ну, а с другой стороны, вполне неплохо. Когда-то это все равно так нужно было бы сделать. Так что... Амана! Конечно, единственное, что мне не нравится в этом острове, то, что ты находишься, по сути... О, ты, куда? Вот зачем я в карту зашел? Над облаками. Это, типа, не клево, с одной стороны. С другой стороны, типа, какая разница? Над облаками, так над облаками. Пс, тоже мне беда. Так. Пусто. Сейчас все зачистим. Так, с чего стоит начать?
чего стоит начать? Как обломать его генератор? Хорошая штука, хорошая идея. Кстати, раз уж меня посетила хорошая идея. Не эта кнопка. Вот, ежедневный бонус, получить бонус. Это я получил предметный узел. Предметный узел мне пригодится в каблогенераторе. Семками надо будет заняться, это факт. Хотя, слушай, возможно, и фиг с этими квестами. Как-то если подумать, то, ну, какая разница? Ну, дают они немножечко халяву порой. Ну и что? Есть... Твою мать! Ух. Это было вообще что-то, это было близко. Я подумал, сейчас у меня тут все нафиг, все что это. Нажито непосильным трудом все сдует. Оп, отлично. Хорошо, вот хорошо. Такс. Пам-пам-пам-пам-пам. Да, конечно, это клево. Вот как вот здесь чувак сделал, у него типа вот этот остров, он вообще ни капли не тронутый, и он начал все с нуля. Без него, то есть, и этот остров никак не разбирал. Концепция прикольная, мне понравилась. Но я хочу другую сделать. Получится ли? Это уже хороший вопрос. Честно, сомневаюсь даже сам. Почему? И у меня, как обычно, задумки просто там, не знаю, космических масштабов. В прямом смысле слова. И у меня задумка сделать космический, мать его, корабль. Да и не просто космический корабль, а космический корабль, типа Архангел. Да. Мать его за ногу, огромный космический корабль. Но я боюсь, у меня... Я упрусь в... ограничение по чанкам. Это будет беда номер два. Но как бы на это пофиг вообще. У меня сейчас проблема другая. Мне нужно это того вот это вот туда сюда вот это каблогенератор хотя бы сделать. Но так, полублоки я пущу на дерево. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Что же с тобой сделать там? Хотя я знаю, что я могу с тобой сделать. Вот здесь, по сути, это была вот как заготовка под каблогенератор, если уж на то пошло. То есть, типа, вылейте сюда воды, типа, вот здесь блок стоял, типа, вылейте сюда воды, вылейте сюда лаву. Ну-ка, я же правильно сказал? Сейчас будет смешно. Ой, так у меня было ведро. Ну, ладно. Подожди, а здесь было ведро лавы? Да, точно. Я же скидстарт брал, офигенский. Хопс. И, типа... Ха, нет, все-таки неправильно, потому что там надо вот здесь-то... делать это и того. Ха! Теперь у меня есть у меня нет обсидиана, потому что это кирка, она все срубает. Но теперь у меня есть три ведра. Ну хорошо, два. Хотя вот так. Отлично, я убрал воду и добыл обсидиан. У кого есть обсидиан? У меня есть обсидиан! Ей! Простите. Спасибо. Кстати, что можно сделать из обсидиана? Короче, дофига, что можно сделать с обсидианом, так что нормально. Прям. Так. Нет, стоп. Сейчас, все вот это вот сделаем.
Крэви мог бы и не выпадать. Мне бы вот... Точнее, кремний. Мне бы вот гравий-то это... больше нужен. Ёшкин кот. Чё-то, короче, я очкую с этих ботинок уже, если честно. У меня такое ощущение, что я когда-нибудь с ними это... в свободный полет отправлюсь. Тюк-тюк-тюк. Не надо мне вот это. Короче, реально надо эти ботинки снимать. Пока я хожу вот так по краям, по краю, я бы так сказал. Эти ботинки, боюсь, мне это только на тот цвет отправят. По крайней мере, на нервной почве. Сколько можно так, блин, раз она поднимается и все, поднимается и все. Ну, так как-то поспокойнее будет немножечко. Сейчас немного выровнять все это дело. Эй, ну зачем дальше-то вглубь копать? Оп. Пожалуй, сейчас выровняем вот под этот уровень. Слушай, а что если выровнять под этот под уровень чего? А! What the fuck, я тут понажимал себе. Сажал, называется не ту кнопку. Выровнять под уровень вот того чувака. И, соответственно, будет ну, типа плюс-минус одинаково. Меня еще, конечно, вот в нем бесило то, что он это... Да, блин. Не додумался сделать, типа, уровень пониже. А с другой стороны, может, это... Я слишком перемудрил и сделал уровень пониже. Так что, пожалуй, можно будет сделать под один уровень. Ну, так, по крайней мере, будет менее глупо выглядеть. Вот только где этот уровень у него? Это хороший дритевый вопрос. Вот тут я бы точно бы грохнулся со своими ботинками. Потому что я бы забрался бы наверх, и потом меня бы это... И полетел, блин. Так. По сути. Типа это вот этот уровень, да? Река. Могу спуститься? Могу спуститься. А, могу я спуститься с моста. Ага. Так. Или все-таки на блок выше, да? То есть вот это вот сверху нужно будет заполнять, и тогда будет в один уровень. Подожди. А, нет, да. А сверху уже землей заполните, нормально будет. Тоже хорошо. Ну то... Блин, еще раз. Я уже что-то забыл. То есть, типа, мне сейчас нужен будет вот это. Я сейчас смотрю на... Сюда. Здесь я уже смотрю чуть выше. А здесь вот смотрю вровень прям с этим. То есть, если я спущусь ниже, то я уже буду чуть ниже смотреть. А я же могу проверить. А я же могу. А могу. А почему бы и не проверить? Только не этим проверять. Только не так. Так, стоп. Вот так я смотрю вровень. То есть, по сути, это вот этот уровень, да, мне нужен?
Вот чувак, блин, понаделал всякой фигни, а я теперь это, мудрец, да. Типа, вот так вот нужно будет делать. Вот, а если сделать вот туда ниже, то я вот, получается, уже ниже. Вот здесь я вровень смотрю, а здесь выше. То есть, по сути, вот эта вот платформа, это то, что мне сейчас нужно. Ну, тоже вариант. То есть, выравниваем все вот таким макаром. Пока что так. А что это страшно? Ладно, с этим деревом потом разберусь, ну и в баню. Очень, конечно, бустит то, что дают этот сраный кидстарт. С одной стороны, типа, ой, фу, клятый читер, а с другой стороны, ну, а какая разница? Типа, ты сюда приходишь отдыхать, а не страдать. Не, ну, возможно, кто-то приходит и страдать, но... Так пускай не прописывают кидстарт и страдает. Даже скажу больше, пускай выкидывают этот сундук там, ну, и в целом. Ищет другое место, где нету этого клятого читерства. Да, классно. Братан, ты мне мешаешь. Ой, нафиг тебя, короче. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй. Что ты? Ой, ёшки, вот. Змейка! Упала. Кто одолжит крылья? Не трави душу, козел. Собственно, из-за легкого приобретения крыльев и легкой потери крыльев я и бомбанул, и поэтому я теперь делаю новый остров. Да. Ну так легко и просто. Так, ну что могу сказать? Пока что все вполне неплохо. Раз, два, три. 4, 1, 2, 3, 4. 4, да, все правильно. И земля пойдет сюда. Ничего земля, для того, чтобы посадить саганец. Так, 1, 2, 3, 4. Раз, два, три, четыре. Наверное, в жопу. Так, 1, 2, 3, 4. Раз, два, три, четыре. Че, серьезно, что ли? Давай сделаем так. Что там за музыка такая? Так, делаю их, составляю все так, чтобы у меня как можно больше саженцев было. То есть больше листвы, больше саженцев, и все хорошо. Так, агрикультура. Что мы здесь имеем по семкам? Мы имеем семки разных этих и разных этих. И все, да, по сути? Ага. Ага, понятно. То есть я могу еще и... Ага. Так, ясно, ясно, ясно. То есть, по сути, по сути, по сути, по сути.
Так. Ну, по сути, типа, все ресурсы я могу добывать отсюда. И так ресурсы. Но мне нужно будет руды для этого. Но руды добываются, так как ниоткуда, добываются отсюда, из магазина. А, what the fuck? А чё такое я нажал? Понятно. Я на сраный магазин нажал. У меня браузер открылся. Я вот на этот нажал. Ясно. Так, ну все. С этим пока что все нормально. Так, это скидываем. И погнали расширять остров. С одной стороны, типа, ой, фу, расточительство, а с другой стороны, мне сейчас остров будет нужен. Так как у меня сейчас нету лейки, такой читерной еды, лейки, то значит мне придется все это дело ждать. Также без просейки я никуда не денусь. Но мне сейчас что нужно? Мне сейчас нужно лазурит. Как я могу получить лазурит? Так, с этого вот эти вот там. Как получается лазурит? Что мне нужно просеять? Я знаю. Это я знаю. Это тоже я знаю. Все говно. Давай сначала, что мне нужно? Ага, гравий просеиваем, получаем. Окей. Так. О, вот у меня еще булыга есть. Калява. Значит, хватит и на все это дело. Так. Я не помню, как делать компактный каблогенератор, поэтому что побуду я делать это некомпактный. Так, для начала так сделаем. Так, и вот. Да? Идет. Фотичка. Будет очень смешно, если я сейчас накосячила, короче, она это и превратится, короче, в это. Да. Я сказал, будет очень смешно. Почему? Потому что у меня лавы больше нету. Зато у меня есть два обсидиана. Это же клево. Ну, два обсидиана лучше, чем ни одного. Проблема в другом. Ну, о, спасибо. Проблема немножко в другом. Я Кирилл постоянно забываю, как это сраный каблогенератор делать. Вот реально, он настолько легкий и простой, что я его постоянно забываю, как делать. Ладно, с этим всем пофигу. Потом разберемся. Завтра кидстарты я получу, тогда и разберемся. Так. Давай поставим ящик сюда. Мотыгу верни, скотина. И вот это вот все забираем отсюда и переносим все в один ящик. Для чего? Ну, чтобы было удобно. Когда все в одном месте лежит, это, ну, как по мне, это удобнее. Но его сортировать нельзя, как обычные, допустим, сундуки. Проблема? Возможно. Возможно. Но на начальном этапе типа нормас. Так. Раз у меня с булыги рамс, то будем исходить из того, что имеем.
То есть выкапывать по максимуму то, что имеем. Вот, так, к примеру, выкопываем вот это вот и все дело. Так. Тоже вариант. Вкапываться это дело хорошее. Дальше, что мне нужно? Мне с чего лучше начать? С агрокультур? Что мне дадут эти агрокультуры без, понимаешь, без. Лучше сначала все-таки сделать автоматический каблогенератор. Чтобы сделать автоматически, как-то, ну, экструдилец. Твою мать, сколько тут всего говна. Алмазные шипы, и не только алмазные. Ой, вот это я хочу. Ужас. Ужас, как долго до них мне еще. Вот это тоже неплохо, леечка. Леечка, это прям очень даже неплохо. Так, где... Не, ну тут вошли уже блоки сраные. Точно. Вот это мне нужно. Для этого мне нужно железо и лазурит. Просейка гравия. Сито. Сито. Сито у нас делается... Кстати, ты у нас делаешься... Ага. То есть вообще пофигу. А вот ты у нас делаешь уже из этого. Но все-таки, как я выяснил, вот это сито намного лучше. Но здесь тебе потребует инвар. Сито улья. Шляпа, короче. Так. Укрепленная деревянная. Это укрепленная шелковая нить. А мне нужно обычная. Это шелковая сетка. Что я могу сейчас здесь сделать? Я могу только вот поставить три паутины. И три нитки получить. Крайне фигово. То есть сейчас мне нужно дождаться, пока вырастет дерево, да? Так как я лаву просрал, я бы мог подождать и добывать булыгу. Но я лаву просрал, поэтому я булыгу добыть не могу. Слушай. Слушай. А здесь лучше... О, лава-то продается. Господи. Я идиот спасен. Отлично. Так. Давай сейчас сделаем нормальный лава-генератор. В смысле, не то, что у меня в прошлый раз получилось, а нормально. Так, и вода. Я очень рассчитываю на то, что у меня получится нормально. Пошел ты в жопу. Все-таки у меня вот так вот они стояли всегда. Так. Так, не, давай все-таки сделаем так вот. Не люблю, когда текучие жидкости появляются. Так, делаем так. Здесь делаем так. Вот ты идешь туда, ты идешь сюда. И вот здесь должно быть то, что мне нужно. Ну или там. Ой, пофигу, короче. Самое главное, что? Правильно. У меня есть балыша. И вот сейчас реально можно здесь вот встать в АФК режиме, и у меня будет балыша. Только надо вот так аккуратненько встать.
вот так вот кнопочку зажать чем-нибудь. Кнопочка мышки, я имею в виду. Вот, и все. Чем-нибудь тяжеленьким. Ой, хорошо. Хорошо! У меня получилось. С второго раза, но получилось. Можно остров не раздербанивать. Великий могучий магазин спас мою жопу от горения, добавив мне лаву. Так. Вот это снимаем. Пустой тоже убираем. Ну, а типа, зачем они там нужны? Вот сундучок бы я, конечно, поставил бы нормально, который можно сортировать. Для этого мне нужен дерево. И верстак я бы сделал бы вот таким. Верстак поставил бы сюда. Для чего? Для того, чтобы я сундук поставил сюда. Ёп, класс. Хе-хе-хе-хе-хе. Так. Три ниточки. Крайне фигово и отвратительно. Я очень рассчитываю на то, что сейчас вот утро настанет и появятся деревья, блин. Этих за ногу. Мне потому что сейчас без них, типа, тут вообще делать нечего. Оп, красота. Даже вроде почти все или даже все здесь. Так, это мы пока уберем. Поставим его вот сюда. Второй, кстати, ящик поставим куда-нибудь вот сюда. Так, что мне нужно? С ситом мы потом разберемся. А мне сейчас нужно... Что мне будет давать ресы? Ресы мне будет давать просейкам. Ну и, естественно, вся вот эта вот шляпа. В смысле? Я могу кусачками... Секунду. Я просто чай наливаю. То есть я могу кусачками садануть и вырастет... Оу. Оу. Клево. Шорт. Ну. Смешно. Это типа что, забор? А нет, это забор. Ладно. О! Во! Во-во-во-во-во! Так. Здесь глистики у меня есть, шевелящиеся? Нету. Отлично, фигово. Погнали добывать глистов. Под эту прекрасную музычку. Так. Воу! А это что сейчас было? Кстати, на такое на сервере бывает иногда. Просто если бы это, типа, это было только у меня, то народ бы не писал бы в чате, типа, лаги, лаги, все дела. Но это, походу, дело было у меня, раз народ не писал в чате лаги, лаги, все дела. Так, вот так надо сделать. Во. Потому что там иногда полезную информацию пишут. О, один глист, это хорошо. Один глист это очень даже хорошо.
И много саженцев, что тоже замечательно. Так. Один глист. Замечательно. Значит, сейчас мы... О, еще и низенький. Давай туда. Вон, он будет вверх, вниз, там лево, право распространяется, там лево. Плюс рядом стоящие тоже вырастут и тоже будет там распространяться. Распространяться будут. Так, и что бы мне хотелось сразу сделать... Как делал один челик на вон где-то том острове. Где-то вот здесь что. Или не здесь, вот здесь что. Вот, если приглядеться, он вот это вот и ферма у него. Чтобы они не росли высоко. Чтобы царь деревья не вырастали. Вот. Это я хочу сделать. Так. Ой, ёп. Пересет я. Я просто гений. Даже здесь умудрился лохануться и не туда поставить. Е-е-е. Так. Но по сути, типа, ни одного там будет предостаточно. А он будет в воздухе висеть? Чтобы сильно лишние расходы ресурсов не делать, сделаем вот так вот. О, пошли, пошли заражать все огонь. Так. Делаем так. Делаем так. Собака. Это спускаться все-таки. Вот. Надеюсь, это поможет. Теперь можно будет покопаться. Покатим. Вернем доски на родину. И слотов будет меньше занимать, и пользу будет. Реально, я рассчитывал на то, что все-таки они будут расти. Вот. Очень рассчитано на то, что эти деревья будут расти, и типа все будет нормально. Если вот так.
Когда я буду на карте видеть, если фото деревья появятся, то они, по идее, на карте у меня отобразятся. Сейчас только вот центровая стоит. Клёво. Клёво. Так, ферму из Forestry я делать не буду. Я хочу делать все из Mine Factory. В прошлый раз я сделал ферму из Forestry. Мне она, конечно, нравится. Но все-таки Mine Factory как-то поинтереснее будет для меня. Потому что ферму я уже делал и недавно. А вот Mine Factory нет. Соответственно, что? Будем делать что-то новое. Плюс ферма по сбору ресурсов тоже будет делаться на Mine Factory. Что очень даже хорошо. Так. Господи, ну почему люди вот это вот плачут? Ой, так сложно сделать и так далее. И у меня уже скоро оно само появится. Они все плачутся о том, что... Христа ради, подайте. Боже мой. Хотя, с другой стороны, я понимаю, кто эти люди. Это ленивые создания, которым, типа, дай да подай. И, типа, больше ничего не надо. Такое себе. Какие они. Ладно. Вот поэтому я и не люблю смотреть в чат. Меня порой это начинает потряхивать от того, что там люди начинают писать. Я такой, блин. Алло, народ, вы что вот это вот начинаете? Come on. Так, как вариант, нужно будет сделать все-таки вот так вот. Любая халява бан. Не, кстати, я бы так сказал, это не любая халява бан. В бан. Kidstart это еще та ядреная халява, и за нее бан не дают. Также в магазин загляни. Но как бы это я уже со своей колокольни сижу. Ай, твою мать! Опачки. 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 Ага. А без вот этой установки я не достаю. Клёво. И тогда срубаю я их двое. Оп. Хорошо. Так. Алло. Расти-то будете там? Слышь? Деревья? Да ёп. Слышь. Ну ладно, благо. Так, так нужно. Оп. Слышь, деревья. Расти! Или обоссу. Ну а вдруг расти быстрее будут. И поможет. А вы слышали? Гром гремит там. И все. Обоссу нафиг, и все, раз расти не хотите.
Так, возвращаем на место. Так. Ладненько. Да что ты вот это вот, мне ж тут надо это того туда-сюда забраться же еще. Отлично, погнали. Я не хочу потерять ни одной листвинки, я не знаю. Ни одного листика, во. Шелкового, между прочим, листика. Так, по сути. Мне нужно 18 стрингов, то бишь 18 ниток. И если я их сейчас получу, то значит я сделаю сито. Если я сделаю сито, то я смогу просеивать гравий. Если я начну просеивать гравий, шанс на то, что я получу лазурит, и уж тем более металл, то без железа, будет очень клево, будет очень клево, будет, а будем... Давай, все. 29, клево! Я смогу сейчас гравий уже просеивать. А можно саженец заразить, чтобы он сразу же такой, типа, оп, и вырастает уже и начинает заражаться? Ну нет, так нет, вообще пофигу. Так. О, классный 32. 30-32. Так, сито. Так, из тебя мы получаем... А, все-таки палки-то все правильно. Окей. А, ну, конечно, здесь бы укрепленное сделать. Ну, укрепляшку уже потом. Укрепляшку уже потом, потому что... Типа, камон. А зачем я их 6 взял? Я для чего-то реально я целенаправленно брал их 6. Ну да пофигу. Это ставим сюда. Где мой тротик? Да. Освобождаем слоты. От всякой гадости. Я по сути могу здесь сейчас установить землю. Пейте в жопу. Вот. Так как там у меня вода, я могу... Угу. Раз вот это, значит все нормально. Возделывать могу землю. Морковча, картовча, пшеничья, горбуза и все отлично. Картофельча, морковча, пшенча. Ну, эти вот где-нибудь здесь пускай стоят. Хотя не, погоди, вот вас. Я и не больно-то я уже хотел выращивать арбузы с тыквами. Они мне, конечно, уже будут по квесту. А, какой по квесту? Квесты я уже выполнил, так что по них. Да. Да хорош греметь, твою мать, сраные соседи, блин, гремучие. Гремят. Так, погоди. Мне вот сейчас лучше ботиночки мои надеть. Где мои ботинки? Потому что я сейчас буду сюда запрыгивать и нафиг все попереломаю. Вот, и так, оп, все хорошо. Да. Вот. Так уже лучше. Так, дальше что? Ну, давай гравий возьмем. По сути, мне сейчас гравий только для этого и нужен.
Также можно камень рассеять. Обычный блок, типа клёво, из 4, из 8 предметов я получаю типа 32. Это классно, типа, это очень выгодно. Учетная плата, для чего нужна? Ёпс, тудей. Ужас, даже туда не хочу заглядывать. Вот, пока вот это все говно не выросло, берем гравий и начинаем просеивать. Не, конечно, просеивать. Эх, вот поэтому я тоже в чат не смотрю. Почитал чат. Типа, камон. Надо решить, что сделать. О, мегаломания. Клёво. Аж в мегаманию захотелось, ну, мегаломанию захотелось поиграть. Блин, сложная зараза. Но прикольная. Просто музыка из нее. Сейчас по радио играет. Не сказал бы, что самое прекрасное занятие, но. А чем мне еще заниматься, учитывая, что деревья-то не выросли? Не выросли. Слушай, может тебе это освещение поможет? Там, не знаю, каким-нибудь боком макаром там. Везде так, а здесь решил так сделать. Клево. Не, ну а вдруг поможет? Все возможно. Так, что у нас? О, неплохо, неплохо. Так, вот это получается единичка, да, железом? Да. Это пятна, единичка железа. Мне нужно 4 и 4 лазурита. Но пока что один слиток металла у меня есть, гипотетический, а вот лазурита 0. Слишком залипательные действия. Не, я могу, конечно, сейчас типа бабахнуть этот. Костя,
О, господи. Кости на костную муку и типа вырастить дерево. Ну, я пока что не хочу. Кости как предмет будут появляться у меня еще не очень скоро. То есть, чтобы они начали появляться, мне нужно этот песок душ бабахать. А это будет еще очень крайне не скоро. Для песка душ мне нужен мицелий. Ну, кстати, слушай, могу мицелий купить. Прочистка. Меня удаляло. Это реально самый действенный способ. Реально, сначала подобрать, а потом это обратно. Сраный гром! Хоть бы дождь бы полил, тогда бы толку было бы больше. Просто ненавижу, когда это. Боже мой. Ну ладно. О, рассвет, наконец-то. Так. Интересно, про что он там пишет. А, вот. Вместе вот это, про это он имеет в виду. А ничего, что надо сначала еще до него дорасти, скажем так. Чем? Блин, реально что ли нужно убрать их, чтобы они это все-таки росли? Или надо выше поднимать? Я без понятия, насколько надо высоту блоков поднимать, чтобы это росло. Ой-ой-ой-ой. Ладно, тем временем у меня появились некие ресурсы, которые я скидываю. О, два лазурита. Два лазурита — это кайф. Два лазурита — это кайф. По сути, типа мне еще раз по столько же сделать. И... Да какого фига? А! Топчется! Вот собака, а. Блин, не думал. Ну ладно, окей. Чё я хотел? Зато реклама на стриме появилась. Я не любитель этого говна. Скажем так, кому надо, те и сами придут. А кому не надо, ты хоть зарекламься. Во, все вспомнил. Ты хоть зарекламься, а толку будет ноль. Так, давай-ка сделаем все-таки сейчас булыгу. И вот это бы, наверное, тоже срубил бы все. Ладно, фиг с ним. Давай сначала сделаем булыгу. Добудем. Для чего? Чтобы можно было что-то перерабатывать. Что-то сервер подлагивает, я смотрю. Это неправильно. Потому что, по сути, он должен прям... То есть, прям вот подряд идти. А он иногда...
Богайцай. Опять кто-то что-то делает. Ну да, я в магазине покупаю, вообще насрать. С одной стороны, с другой стороны, можно развить семки и типа и не покупать, они сами потом будут огородиться. Ну типа с магазом реально, да, будет редстоун, самый изичный вариант это купить его, не париться. Так, это дерьмо надо сносить, короче. Лучше уж гигантские деревья, чем вообще без деревьев. Ну реально, сколько можно ждать? Он уже дерево должно было быть, по идее, давно уже вырастет. А тут что-то какая-то хрень. Как бы не сказать хуже. Так что... Делаем так. О, кстати, точно. И теперь мы сделаем палки. Палок мало. 18. Покатит. Вот. И вот так уже бабахать будет быстрее. А то либо каждый по отдельности, или сразу 9 за раз. Ну, типа, что лучше? О. И снова можно пересеивать, точнее просеивать. Ну а я что говорил? Так. Мен, ты конечно молодец, что здесь появился. Но как бы это было нежелательно. С одной стороны, с другой стороны, какая разница? Чем тебя здесь бабахнем и с этой стороны побахнем, чтобы быстрее все тикало. Дальше, а дальше просейка. Просейка — это хорошо. Самое веселое занятие — это вот это. О, второе дерево. Ну, вот реально надо было просто выше поднять. Ладно. Лучше реально, пускай уж огромное дерево вырастет, чем вообще без деревьев сидеть. Сейчас, значит, и правая заразится. О, сейчас у меня будет. Значит, я смогу сразу же укрепленную просейку делать, и вообще будет хорошо. Да, кайф. Ну, это, по крайней мере, ускорит весь процесс, так очень даже не кисло. Железная руда. А чё у меня по железной руде там?
Железная руда практически есть. Давай сделаем вот так. Хоп и хоп. То есть мне нужно 4, чтобы было. Во! Викторина. Жмем на G. Сколько каналов у МК кабеля? Без понятия. 8. А чем нужно заполнить бочку, чтобы сделать улей пахнущим? Пахнущим. Пахнущим. Я вот думаю, я не знаю. Корень из 25. О боже мой. Корень из 25. 5 вроде бы. Сколько будет 444? И здесь 6, 8 и 6. 6, 8, 6. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. А, 4 из 5. Кайф. Вот 16 баксов заработал. И, соответственно, эти 16 баксов можно купить какую-нибудь хрень. К примеру, руды. За 2 кубикса 32 руды лазурита. Зачем? Зачем его так много? Реально, а зачем его так много? Он же столько не нужен. Точнее, его столько не нужно. Да, вот эту вот фигню откроем. Просто потому что хочу. А, хорошо. Пальчики щелкнули. Не делайте так. Это плохо. Энергетический столик. Не, ну клёво. Это клёво. Хотя это, по сути, сильно-то ни к чему. Если, по сути, делать нормально это... А, вот. Вот это вот вообще прям хорошо. Так. А как ты у нас делаешься? А, ну ты делаешься не слишком сложным. Давай вот это вот посмотрим. Я просто прикалывал, надо запускать и... Ой, а чё попадется? Вот рамочка была бы клёва. А вот золотая руда нафиг не нужна. Мне даже выращивать незачем. Ее золото слишком дофига появляется. Так, погоди, а здесь у нас декорка. Декорка. Зачем мне декорка? Мне максимум, что здесь нужно будет, это какой-нибудь назырак. Либо песок душ. То есть, по сути, это кусок говна, а не кейс. Но, опять-таки же, кому как. Я заработал 16, потратил там 40, да? Даже как полтишок уже. Но я как бы всегда зарабатываю нормально. Узел ауры. Прикольно. Это лучше, чем блоки лазурита. Это потом пригодятся прям... Ох, как сильно пригодятся. Это прям реально халява конкретная. Потому что... Развивать таум, это прям... О, блин, таум! Надо что-то придумать, какую-то концепцию, чтобы сделать красиво. Просто остров, это что-то неинтересно. Какой-нибудь космический корабль? Ну, типа, мне может места просто под него не хватить. Он же будет огромная хреновина с морковиной. Так что, типа, такое себе. Алло, лазурит, да где, блин? Ты вот сейчас нужен как никогда. Давай уже 4 штуки, ой, точнее, еще 2 штуки и погнали. У меня хоть добыча попрет там вот это вот все туда-сюда. Потому что здесь за каждодневный вход, ежедневный бонус, здесь вот дают ноду. И сегодня я эту ноду получил.
А раз я получил ноду, значит, надо этим воспользоваться. Сделать автокаблогенератор. И он будет намного компактнее, чем вот этот сразу. Лазури, ты где? Ну, твою мать. Что-то, короче, она не кликалась правой кнопкой. Ну, фиг с ним. О, неплохо. О, открывать. Хорошо. Так, руда у меня здесь. Какого фига лжи? А, ну да, это же я сам прикинул. Подожди, не здесь руда. Здесь руда. Ну и эти тоже закинем. И вот это закинем там. Вот сраный лазурит. Ешкин кот тебе, а? Приходится заниматься такой фигней. Ту, дебил. Это все уже башка не варит. Нормально. Сейчас добыть нужно два лазурита и все. Лазурита. Мне потом этот лазурит будет в таком количестве, что придется делать блоки, чуть ли не блоками его выкидывать, потому что слишком будет его много. Ну, и, кстати, да, единственное, что в лазурите хорошо, он клевый. Здесь есть чизл, а чизл это клевый лазуритный блок. Вот. То есть, типа... И через чизл он кайфовый. А, нет, фигня. Вот, вот такие, то есть, типа, кайфовый. Да, блин! Совершил задание Кабл Генерал. Кстати. Ну, почти угадал. Так. Текущий уровень 10.8. Давай, сейся, сейся, побыстрейся. Кстати, а чё вот это сейся, сейся? Я ж по сути могу сейчас. Попробовать. Сбить вот это всё добро. И сделать укрепленку. Если сделать все укрепленное, то это прям ускорит весь процесс в разы. О, пошли деревьюшки расти. Класс. Хотя через то заразишься. Кстати, если я нажму вверх. Да, типа здесь фигня всякая. Старт сервера через час. Ну клёво, чё, блин.
4, получаем 1. То есть еще нужно 3. Окей. Так, 18. Еще 2. Еще нужно 9. И будет мне счастье. Мне 5. О, отлично. Дальше пускай они заражаются. Палки все-таки нужны. Вот же собак. Собак. Блин. А ну хотя чё он. Укрепленные. Вот это уже хорошо. Вот это уже лучше. Дайте парочку здесь. А там уже на укрепленке. И будет намного быстрее. И не увидел лазурит, это хорошо. Воу-воу-воу-воу. Во, 2 лазурита, кайф. 3 лазурита, вообще кайф. Так. Что я могу с тобой сделать? Замечательно, это, конечно, хорошо, но могу тебя разбить молоточком. И попробовать себя получить еще какую-нибудь руду. Что будет попрофитнее. Для ровного числа. Так, 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 так. Давайте я срублю. Пим-пим-пим-пам-пам. Отлично. Это пускай заражаются. Пригодятся еще. И, кстати, да, вот мне как раз 2 палки. Если что, так мы получаем 4. Угу. То есть также двушечку я получил. Ну, типа тоже нормально. О, здесь даже на один больше. Ну, можно так сказать, практически один плюсом. У меня получился 4. Ой. А, нужна печка.
У меня 6 булыги, да? А не, вот есть. О. Куда мне этот забор ставить, блин, еще? Сжечь нафиг забор. Отлично. Еще будет автоматизация добычи булыги. Вот это кайф. Вот это, я понимаю, кайф будет. Так. Давай так все-таки сделаем. И морковчам. Вот и все. Это клевая музычка. Так, где нода? Вот на нода. Ой, сорян. Так, мне нужен будет булыга. Давай сейчас поднакопаем. И просто переделаем все свое добро. Ведра. А, кстати, точно. Че я туплю? У меня сейчас будет два ведра. Вот с этим. И вот с этим. И, соответственно, хоть заломайся всю эту структуру. Сколько угодно. Только сейчас все саженцы у меня поздыхают нафиг чертям собачьим, ну да бог с ними. Хотя я могу сделать так. Типа не с самого края сделать, а вот что-то не очень хорошее творится. Да ёпс туды. Я уже сам запутался, пока туда-сюда бегал. Это ставим вот так. Это ставим. Да пофигу вообще-то. Ну ёп. Это, короче, сейчас было. Не серьезно. Так. Теперь выливаем сюда воду. Выливаем это. Все отлично. Дальше берем 4 железа. Делаем вроде бы так. Естественно, я как обычно. В смысле, блин? Что? Ты там случаем не требуешь ноду в центр? Я очень рассчитываю, что ты там больше ничего не требуешь. Я просто что-то неправильно сделал. Железная кирка, железная кирка. Как я мог забыть о железной кирке? Да что ж такое-то, а? Ах ты, железная кирка. То есть мне еще нужен 3 железки. Ладно. Сейчас забабахаем. Как я реально забыл. Ну, бывает.
Так, с этим мы сейчас разберемся. Так. Отлично. Ой. И просеиваем. Будет смешно, если прям сейчас на тоненько вот это вот все там чуть-чуть туда-сюда. Хотя нет, какой не будет же. Вообще железо не выпало. Ну, короче, я рановато кабл был генератор вскрыл. Ладно, погнали врубаться сюда тогда. Ну все нафиг. Я не хочу сейчас переделывать каблогенератор. Ну вот, потому что, ну, камон. Ну нафиг. Опять сейчас только возни будет. Да уж, копаюсь как в заправлишне, а? Как будто это не остров, а прям какой-то прям это... Шахта-катакомба. О! А вот и пропала иллюзия. Шахта-катакомба. Посмотрим, что из этого сейчас выйдет. О! А, нет. А, нет, железка. Кайф. Так. Ой, ё-моё. Было два. И осталось два. Вот сибака. Вся надежда на то, что сейчас здесь дополнительная пылька вылезет. Еее, дополнительная пылька вылезла и стало три. Кайф. То есть я сейчас слиток металла получил из ниоткуда. Еее. Клево. Так. Давай пройдемся крюком по всем вот этим вот. Ну, потому что мне сейчас это все пригодится. Ниточки дело хорошее. Уж ниткам точно в хозяйстве место найдем. Как говорится, в хозяйстве все пригодится. А здесь уж подавно все клево будет.
Айс Кламбар. Тоже клевая груля. Но бесячая, раздражающая. Ну, раздражающая. Пока что не надо. Пока и так сойдет. Так, нужны две палки опять. Ай, я лоша. Я понял, это сейчас было что-то с чем-то. Я просто забыл, как делать это. Да. Ну и как обычно. Да. Фух. И пошло-поехало. Как я и сказал, даже такого кабла генератора будет вполне предостаточно. Может так поставить. Ну, а всякий случай, чтобы не завалиться туда. В лаву. Клево. Клево то, что сейчас у меня на пассивке добывается булыжник намного быстрее, чем я бы добывал его руками. Что очень хорошо. Ну, в общем-то, неплохо. Неплохо сегодня получилось. Да, конечно, с квестами оплошность, ну да, бог с ним. Как бы не сильно-то уж хотелось. С другой стороны, самое главное, что остров начался с нуля. Конечно, начаться бы в другом месте где-нибудь. Подальше отсюда было бы еще лучше. Ну и так сойдет. Ой, хорошо. О, пока вот это там туда-сюда делал и... Хоп. Столько булыги. Кайф. Это столько дел за малым. Все разбабахать, а потом просеять. Да, просеять. Надо было уже сделать автоматическую. Автоматическую и плюс генератор. Генератор желательно на солнечных батарейках. Угу. Такс. Чуть угадал. Вот, и не вот такой, а вот такой. Кварц. Походу дела с кварцем по мне и будет проблем, особенно с таким. Типа такой кварц добывается только из отель. Писька душ. Да, вот он. Писька душ, блин.
Даже блок алмаза не такая проблематичность, как вот это вот с собаками. И у нас... Какая-то хорошая штучка. Ужас. Ужас. Но солнечный нужен. Кварц. Как сделать писькодуш? Писькодуш, ну, блин, не целей, по сути, можно забабахать. Блин, конечно, да, еще у меня аж этих типа нету. Эндерперлы. А по сути, эндерперлы это то, из-за чего стартовать легко. Ай-яй-яй-яй. То есть там всякие ноды и так далее делаются прям изичи и быстро. Так. Отлично. Уже неплохо. Вот они, те рецы, которые нужны. Нужны и еще раз нужны. Угу. Неплохо. Пока все это делал, здесь уже пулыги столько, что жить просто. Так. Генератор. Экстра. Где эти генераторы? Вот они. Генератор выжившего. Печной генератор. Нифига ты железо требуешь, козел. Это и то лучше, хотя бы железо меньше требует. Генератор краем, красный камень, кухонный. Ну, надо генератор сделать обычный хотя бы. И вообще посмотреть, что он на себя стоит тогда. Ой, ну все. Короче, на сегодня хватит. Пойду лучше отдыхать. Вот с этим всем потом разберусь. Здесь как вариант, либо остров буду увеличивать, либо что, где, как. Ну, в общем, там будет видно. Вот, а пока что как есть, так и есть. А, вот, либо просто... просейка будет и так далее, но нужно уже делать вот нужно уже делать, стремиться к вот этому автоситу, а это инваровый слиток, и тут как бы измельчитель. Слушай, а измельчитель я могу вот этот дробитель. А, типа никель и железо. Вот этот дробитель, это кварцевый. А кварцевый, это значит, мне нужно просто песок просеивать. И буду просеивать песок, я получу кварц. И уже сделаю дробишку.
Да, что-то, короче, это какая-то хрень. И еще и альмишка. Ну и какашка. Так. Не, ну тут как бы без вариантов, да, нужно будет ломать, ломать, ломать и так далее. Допустим, ломать я смогу, а вот просеивать желательно бы это все дело автоматизировать. Потому что, ну как бы, такое себе. Ладно, все, на сегодня хватит, пойду лучше отдыхать. И тут все просеивать, перерабатывать и так далее. Да. Хотя бы вот автомол. Моль, блин. Тоже инвар. В общем, первое, что нужно сделать, это будет песок и сделать дробитель. Здесь типа железо, алмаз. Семь железа. И здесь еще 4. 13. А такой-то лучше, легче делается, нежели такой. Здесь одна вот эта вот штука-то чего стоит по железу. Так что, наверное, лучше сначала такое сделаю. Типа, ломать песок, какая разница какой? Точнее, ломай гравий. И нужно подумать, что с электричеством делать. Здесь электричество еще будет вот как не скоро, так что да. Быстрее сам сделаю. На магме я не хочу делать, поэтому... Разберемся. Yep. Все. На сегодня, пожалуй, все. Пора и отдыхать. Было вполне себе неплохо. Все. Всем пока.